Астрология изо дня в день помогает разгадывать загадки человеческой личности. Иногда даже кажется, что она знает о людях больше, чем они сами. Итак, есть разные степени притяжения между людьми. Вас может слегка привлекать какой-то человек, например, только его интеллект или только его внешность. Может привлекать настолько сильно, что этот человек вам даже снится. В момент подобного притяжения вы испытываете искры, бурлящие в организме. Может, это бабочки в животе? Но есть еще одна степень притяжения, самая плохая – одержимость. Да, это уж точно проблема, если вы стали зависимы от кого-то. Любая из этих степеней притяжения может привести к теплому чувству любви. Звезды могут помочь вам понять, а какую женщину может влюбиться мужчина в зависимости от его знака зодиака. Вы не должны менять себя, чтобы заставить кого-то воспылать чувствами. Но если вы подходите под описание, то сможете сделать правильный выстрел в свою амурную цель. Овен. Таким мужчинам нравятся сильные и независимые женщины. Чем больше побед и успехов у женщины, тем сильнее Овен будет ее любить и желать. Ему нравится ее интеллект. Все это буквально афродизиак для такого мужчины. Телец. Веселая и женственная девушка точно привлечет внимание Тельца. Она должна удивлять его, и тогда все будет прекрасно. Близнецы. Им нужна девушка с высоким интеллектом, творческая и чувством юмора. После того, как ей удастся захватить его интерес и продолжит удивлять и очаровывать, она станет для него незаменимой женщиной. Рак. Она должна быть невинна, полностью предана только ему. Рак хочет чувствовать, как он буквально покровительствует, защищает свою девушку. Лев. Ему нужна эффектная, уверенная в себе женщина. Ее макияж должен быть безупречен, фигура идеальной, а волосы просто прекрасными. Она также должна быть умной, смешной и опытной. Вот такие требования. Дева. Им нравится тип девушки-соседки. Она красива, умна, но у нее слегка занижена самооценка. Такая девушка будет терпеливой к характеру мужчины. Партнерша для девы тоже не должна быть чрезмерно эмоциональной и слишком зависимой от своих чувств, потому что этого такие мужчины терпеть не могут. Весы. Такие мужчины верят в идеальные отношения, поэтому постоянно к ним и стремятся. Когда они найдут идеальную партнершу, то будут делать все, лишь бы эти отношения процветали и развивались. Плохая новость лишь в том, что сложно найти такую партнершу, которая будет подходить им и эмоционально, и интеллектуально. Скорпион. Им нравится быть лучшими во всем. И девушки им тоже нужны лучшие. Такая женщина должна быть умной, сексуальной, авантюрной, страстной, спортивной и независимой. Стрелец. Женщина-стрельца должна быть энергичной, стимулирующей и волнующей. Она должна постоянно вызывать интерес у своего партнера, удивлять его. Козерог. Для козерога женщина должна быть уверенной в себе, но не слишком напористой, не распутной. У нее должна быть своя жизнь, карьера, хобби, интересы и мечты, которыми она будет делиться с мужчиной. Козерог ценит личное пространство. Водолей. Им нравятся женщины, которых не волнует мнение окружающих людей. Они всегда отстаивают свою точку зрения, что и привлекает партнеров. Рыбы. Такие мужчины любят любовь. Да, им нужна ласковая, добрая, щедрая, открытая и нежная женщина, которая будет ценить искусство. Вот это да! Сколько требований! И все же как мужчины, так и женщины обладают столь разными чертами характера, что каждому все равно нужен индивидуальный подход. Эти зодиакальные советы помогут вам выбрать правильный вектор в направлении своего счастья. Сегодняшний выпуск окончен. Спасибо, что были с нами. Мы уверены, что благодаря звездам можно правильно сориентироваться в жизни и не допустить многих ошибок. Ведь не зря же нам даны эти подсказки. Пишите в комментариях о своих наблюдениях, ставьте лайки и будем двигаться дальше. В мире еще столько интересного.